pătruns într-un loc interzis privirilor, un centru de detenție unde prizonierii ruși de război sunt ținuți captivi. Următoarea oprire, primul loc în care orice prizonier de război pășește după capturare, camera de igienizare. Din închisoare au chiar niște papuci, lame de ras, săpunuri din acelea comuniste, cum aveam și noi în România. Sunt duși de aici din încăperea asta după ce și-au hainele și sunt puși aici, unde vor fi tonșe. Înainte să fie duși în închisoare, primul lucru pe care îl văd prizonierii ruși este harta mare a Ucrainei, exact așa cum era ea înainte de începerea conflictului. Iar în această parte este un coridor, este în aer liber, în care deținuții, atunci când sunt duși spre celulele lor, pot vedea personalitățile istorice ucrainene. Am ajuns în zona unde prizonierii își petreceau pauza de dinaintea prânzului. Câțiva au fost de acord să ne spună cum au ajuns aici. Я доброволец с 14 года, когда только начинался конфликт. Были активные горячие фазы, это 2014 год и 22 год. Я не с России, я с ДНР, это с самого Донецка. Брат младший погиб. Мать в 21-м году умерла на территории Украины, врачи не оказали помощи. Ну, вот, когда она заболела коронавирусом. Волновахо, это Донецкая область. Угу. Из родных больше никого есть, девушка. А, то есть вы жили в ДНР, а мама? Мама в Украине. Ага. На стороне ДНР. Ага, да. Да, ну смотрите, какая ситуация лично по мне. Я не являюсь гражданином никакого государства. Я уроженец Украины, был здесь, родился в Донецкой области. Данное государство мне не предоставило паспорт. Я заключенный, мне 31 год, из них 15 лет я просидел в тюрьме. А, вы уже просидели в тюрьме? 15 лет, да. А вам сейчас дается? У меня есть сейчас срок. Какой? 8 лет. А как вы, когда вы вышли с тюрьмы первый раз? Первый раз я вышел в 2011 году. În celule, zeci de paturi suprapuse, aproape ca într-un cămin studențesc.
Printre deținuții care lucrau era și un tânăr pe nume Evgen. Я здесь потому, что там долгая история с тем, что меня был мобилизован закон Российской Федерации, я добровольно сдался в украинский плен. С меня сняли обвинение, но не снимаю статус, потому что механически этого нет в украинском законодательстве. В 413-м постановлении Кабинета министров Украины этого нет. И сейчас коалиционный штаб над этим работает, чтобы была возможность хотя бы граждан Украины снимать свой статус и освобождать из предателей Украины. Я на обмен не иду. Меня не интересует. What are you working here? What are you doing here? What are you working? Где я работаю? Вот я в Инке. Ну, то есть, Christmas Tree. Вот. You get paid? Там, да. 22,000 гривен. What are you doing with the money? Собираю на звонок. То, что нормально. 20 гривен с чипов. Она сейчас на территории Украины, она выехала с территории ДНР на территорию Украины. Находится сейчас здесь. У меня тоже все нормально, только скучаю за вами. Да ты что, так вы там втроем устраиваете веселую жизнь, да? Да, все веселую жизнь. Посмотри, что для меня будет. Я бы вообще сюда не пошел, но если бы мобилизации не было. Uh-huh. Вот. А как мобилизация объявилась, нам объявили, ну, как по телевизору, и так. Все это сделано для того, чтобы натовские войска не, получается, не вошли, свои войска не ввели на территорию. Uh-huh. По крайней мере, пока я был, я не видел этого. Но по телевизору показывают, вот, чистокровный украинец, афроамериканец, негр. Это мне не... Ну, вот здесь, в Украине, показывают телевизору. Он говорит, это чистокровный украинец, и там американец, это, ну, получается, африканец такой, негр, показывают. Либо трансгендерную ситуацию, вот, Геральт.